Всем доброе утро. Сейчас хочу... Ой, прыщик соскочил. Мазала его, и все равно видно. Хочу съездить в Шпаркассу. Марсель попросил сдать его копилку. Нужно будет съездить. И мне нужно... Я записала. Ну, тут кое-что надо прикупить. И нужна папка, которая, знаете, вот документы. Ну... куда вот документы складывать. Я сегодня все дома документы перебирала. Ромкины отдельно, мои отдельно. Но у меня так они лежали, но все равно иногда бывает раз, что-нибудь засунешь не туда, куда надо. И вот раскладывала все документы по отдельности, и одной папки мне не хватило. Блин, пикль прям раздражает. Надо его что-то сделать. Вот. Потом убиралась, стиралась. Подушки все, наволочки здесь, которые лежали, посняла, постирала. И вот сейчас езжу в магазин, в Шпаркассу. Что еще? А, и потом буду готовить. Потом буду готовить обед. Все, денежки сдала. Они их отправят в другую Шпаркассу, наверное, в центральную. И мне уже потом через пару дней придут на конту денежки. Можно было бы и самой доехать до городской Шпаркассы, тогда я бы сразу бы эти деньги получила уже на мою конту. Но это мне ехать. Лишние пару километров я не хочу. Пусть сами отправляют. И знаете, что я с собой взяла? Я с собой взяла еще карточку подарочную, вот, которую мне девчонки дарили в Медиамакт. Сейчас посмотрю. Я также себе ничего не купила для телефона. Посмотрим, что там будет. Ну и потом заеду, куплю, как я уже говорила, папку и куртку еще в Альди заеду. Я уже дома. Помните, я говорила, я себе искала такую, как обстшале, тарелку, чашку. И вот в Альди были. Я не знаю. Не, я не думаю, бамбус шале. Я не думаю, что это для салата. Так что я сюда буду ложить фрукт. Она такая прям большая. И что я еще взяла? Вот такой вот боди-крем. Вот такой вот. Он сладкий-сладкий, такой прям, ну, на запах такой прям приторный. Я думаю, мне он понравится. Думаю, 2 с копейками он стоит. А пушок уже тут как тут. Вот. И вот такой вот бальзам для губ взяла. Тоже какой-то биштемт, ну, как йогуртовый, наверное, запах такой. И вот, что я еще взяла. Только мне нужно посмотреть, подойдет он мне или нет. Вот он, видите, какой. Его можно ко всему вот цеплять, если, например, вот стул. Ну, так просто, например, показать. Вот сюда так его сделал. И она стоит. К дереву можно, к ветке. Вот, и мне, получается, телефон сюда как-то же нужно вставлять. И как? Я свой взяла селфи-стик. Я теперь не знаю, подойдет вот эта вот моя штука сюда или нет. Я надеюсь, что подойдет, а может быть и нет. Ну, не подойдет она больше. Ой, подошла. Ай, как прикольно. И что, можно вот так тоже ходить тоже с ней? Ой, классно. Ну все, стоила она, в общем, 34. А висела рекламка, ну как, в магазине, что стоит 24. Нет, 27, 27. Я за 27 ее купила. В общем, классная штука, мне нравится. А Пушок эту бедную вазу теперь облюбовать не может. Попробуем. Ой, запах. Запах вообще прям как йогурт. Здесь даже написано боди-йогурт. Вкуснятина. Если поеду в Альди, наверное, потом еще возьму. Так что намажемся. Ну и вот это вот бальзам для губ. Как его открывать? А, так. Но это не такой интенсивный запах. Неплохо. Блестит? Да и ладно. В общем, классно.
бальзамчик, новый боди-крем, и вот этой штукой я вообще довольна. Классная. Девчонки, что еще хотела сказать? Мне как самой маленько неудобно, что ли, то ли сама в себе, самой себе неудобно, как в своих глазах, как бы, я даже не знаю, как это сказать, но, в общем, расстроилась сама же из-за себя. Вот так, наверное, будет лучше, если я скажу. Я говорила про работу. Я не буду ничего объяснять, не буду говорить ничего и как, но, в общем, я там работать не буду. Что, почему, я говорить не буду. Так что вы не спрашивайте, я за это, извините, ну, я говорить ничего не буду. Все, что касается сферы, где врачи, это зубники, больницы, флейги какие-то, Альтесхайм, Сеньорнхайм, на эту тему вообще распространяться не нужно, и причину я тоже говорить не буду, поэтому я там не работаю, все остается так же, как и прежде, тако и все. В общем, вот как-то так. Ладно, все, девчонки, я пошла. Пошла, в общем, делать обед. В общем, эта шаль выглядит вот так вот. Ну, сейчас здесь фруктов немного, а если так прям будет полненько, то очень даже красиво, мне нравится. 6,99 она стоила. Были белые, вот такие. Ой, и, по-моему, голубенькая была, я не помню точно. Но вот белая и розовая точно, и вот, по-моему, голубенькие. В общем, порезала опять так картошку. Понравилось, можно еще сделать. Сейчас сюда сделаю рамелада. Посолю, чесночок и в духовку. А, пускай еще маленько постоит, а потом в духовку. Я забыла, что можно и не чистить, и поэтому у меня получилась половина почищенная, половина нет. Ну и теперь это сейчас все мы размешаем. Пусть чуть-чуть постоит и в духовку. А потом я еще, наверное, рыбки пожарю. Вот такая получается картошка. И буду я ее кушать вот с такой вот фришкой, мне нравится. Тут всякие крой-то. В общем, приятного всем аппетита, кто кушает. Мы покушали. Я до этого вам все рассказала, пока я готовила. И думаю, ну что-то я забыла. Какое-то в голове такое, знаете, вот непонятно. То ли забыла, то ли что-то не сделала, то ли не доделала. Папки. Папок-то нет. Я их в машине забыла. А я еще и думаю, вроде бы что-то вот, ну, не хватает. Все показала, что сейчас пойду посуду домою и пойду занесу папки. Они остались в машине. Но там такая погода, у нас такой дождь. Там видно, все мокро. Целый день сегодня идет дождь, целый день. И у меня в руках вот эта вот штучка, которую я сегодня купила. Вроде бы ничего не шатает, можно хорошо даже держать. Мне понравилась эта штучка. Здоровская. Так, ладненько, пошла я мыть посуду и потом в машину за папками. Да, погода, конечно, ужасная. Но я сейчас капюшон одену, и вон моя машинка стоит, и добегу. О, даже сумка в машине лежит. Даже не заметила, что сумку не взяла. Так, все. И папочки, вот они. В общем, вот такие вот папочки. Одна ойра она стоила, я две штуки купила. И вот эти вот сейчас все документы нужно мне будет сюда сложить. У Ромки папка. Ну, перебирала же сегодня, и у Ромки папка, где именно все, что связано с его работой, она уже полная. Поэтому надо новую. И знаете, что я еще взяла? Вот такие вот штучки. Я даже не знаю, сколько они стоят. Здесь 4 штучки, а сколько стоит? Не написано. Ну, Игаль. А нет, вот написано. 1,99. Это мне нужно... Чеки. Все, что мы в таку покупаем, мы должны чеки собирать и дома держать их 2 года, а потом можно выкидывать. А то вдруг, например, вот эта кофта с таку, да? Вдруг я одену ее на работу.
А придет шафиня с централи, ну, наша главная, и скажет: а вдруг ты ее купила? Покажи-ка мне свой чек. И вот я должна предоставить чек. Поэтому в течение 2 лет мы должны чеки сохранять. И вот такая вот. А то у меня была скрепка обыкновенная. Где она? И они плохо держатся, а эти... В общем, вот так вот. Она лучше держит, более так стабильно. Они уже не выпадут. А, вот она, скрепочка. В общем, это лучше. А эти так, может, куда пригодится. Может, Марселю. Вот так вот сейчас, в общем, буду делать папочку. Take off.